3 июня в Кишиневе пройдет чемпионат Молдовы по мотокроссу. Местом проведения станет Кишиневская мотоциклетная трасса, расположенная на Скиносах. Кишиневская мотоциклетная трасса расположена на живописных холмах, образующих природный амфитеатр, способный вместить около 100 тысяч зрителей. Каждый, кто приобретет билет на чемпионат, становится участником уникального розыгрыша, главным призом которым является мотоцикл KTM Duke 2017 года выпуска. Не упустите шанс выиграть такой ценный приз.